топал. Зиги не видел. Зиги не стоит видел. На 7. Один на 7 стоит, ребят. Дай первый, дай тормоз. Я прыгаю, ты чекаешь? Да, да, Монт. По-моему, в планте есть, ребят. Аккуратно, да. В планте будет. Готовы? Да. Надо было раньше открыть. Дом! Домышко, дом на 7, ребят! Два сплэш. Дым, давай! Посажи, посажи. Минус 2! Ой, хорошо! Понеслась, понеслась. Ой-ой-ой. Эй, сюда, тут ты все! Давай, ставь. Еще раз. Язык. Арена есть. Найс! Хорошо, охлой, бежит. Зика! Зивачка будет один. Егор, я сейчас. Охлой, целим! 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 Найс! Это с двух пуль был. Вася, по одному разобрали. Хорош! Волки. Найс, блядь! Давай! Пистолет есть у кого-то? Ну, да, слушайте, это ДТС. Я дам, дам. Где это флешек вообще? Что? Флешек нет. Ждите поджима, аккуратненько. Да, понятно. Очень аккуратно. Давайте, первый пошел. Флеш налево. Понеслась, мужики. Не сверил. Могу сказать одно, вот если... Первые две игры ДТС молчали, то сейчас все силы, вся энергия пошла в игру. Пошла в ход. Поджал под ящик, по-моему. Понятно, дай! Даже я выйду в базу, чувак. Я переверну. Минус. Хорош, пасы. Все коты. Нету баски, я гоню. Понеслась, давай, Валекс, бомба. Давай, идем, давай. Я прикрываю, просто. Я тебе канал залил, все вместе, девайсы, все. Да, блин, еще слева. Чисто. Давай перешек. Помогаю. Перешек, класс, там лежит девайс. Убежал на 0. Минус 0. Давай. Хорошо. Пока что нечего сказать, ДТС на своей карте рвут. Выигрывает. Но Керченет на Тускане посильнее будут, честно говорю. Ламыч что-то утаивает от нас. Вот так, ребят. На будущее. Да. Плент, заберите сзади. Сзади плент, ребят. Вань, будешь чекать? Тоже сейчас очень аккуратно. Я кину антираж, понял, на зиг. Флэш, большой дом щинет, ребят. Я минус отошел. Один. От флэша, братан. Еще два. Хорош! Найс! Еще давай, минус, Стив. Кот, найс! Кот, забывай, девайс, Вась. Еще кот, Вась. Найс! Хорош! Вася, не даю дышать вообще, блин. Васечка, ты меня не выгнал. Вася, ну можно. Вася, я слепой, братан. Давай, братан, я забывал. Просто слепой был. Как думаете, господа, а? Я бы вот так вот, Вася, вот так вот. Да, конечно. Где классация, ребят? Раз ты сказал, все. Где классация? Или то же самое СБ, смотрите. Да, будьте аккуратны. Я там флеш. Дымка ты. Вася, смотри, АВП можно взять. На семи, АВИК есть. Все на АВП. Кирилл, я не вижу. Сейчас так. Давай хаеды хоть дают. Давай это будет валик. А, хорошо. Иди со мной. Давай так. А, хотя. Аймарик, финал. Постойте. Пазки. А, инфу, дай. Возьмите план сзади. Флэш, план сзади, банан. Финал. Аккуратно поджим, ребят. Давай пока похолдим. Егор, ты не спеши. Все четко, аккуратно. Давай, на размене, Егорка. Все, остановись, да. Аккуратно, ВП. Я там дал дым от фига. Все. Скажите, как будете готовы. Айфон раскидывает. Отложили кота. Кот близко есть. Со мной раскидываем иначе. Готовы, Марик? Да. Да. Да, дал портел. Выходи. На плантике! ОП дом! Я на планте! Под домом ты! Близко! Хорош! Дом еще чел! Дом! Карик убил! Блин, слышал, все, удачи! Скота, смотрите, скота, смотрите! Марик! Скота, гляди, может, ребят! Скота взял! Ты, братела! Скота взял, ребят! Инфа, ребят! Я не вернул его! Еще крафтик, который в доме был! Да, пошли дом! Да!
Вася, ну че, ну че. Да, молодой стоп, он очень жесткий. Да, ДТС боль похожа на стаю какую-то. Да. Они очень делаем, дружные парни, но и хаос, видите, хаос настоящий вентрилов. В этой, у этих парней, у этой команды. Давай, давай, давай. Кинем Хаен на ноль. Отлично. Допустим, послушаем, если да, что, конечно, то конечно. Пулим им туда, ага. Если флеш прилетит, Вася, нам... аккуратненько, смотрите, всякие нежданчики, всякое такое, понял, понос таки. Смотри, поджим, Егорка. Я дал Хаен на ноль, на всякий. Дайте море флеш. Смотри, как Б поджим. Я дал, да. По поводу... По поводу Кирчне, тут если сказать, то они не захотели играть Вентрила, чтобы слышали их инфир и их Вентрила. Ну, вроде бы сначала согласились, но потом Сарик сказал, что нет-нет, мы, парни, не будем публиковать свое Вентрила, так что фанаты Кирчне, извините. Это выбор самой команды. 5, 2 типа, минус один из них. Банан! 5! Прекрасно. Ой-ой-ой, Валентин еще убил Джонту, ну... Два банана жестко. Два на гвард будет, ну где мой чил? Еще один, минус хорош. Два. Давно был в Зиге? Купа, да размажь его, блядь. Купа, Тим, ребят. Вася, иди размажь. Отслэшил бомбу. Да зачем отслэшил, размазать, да и все. Давай, как мужчина, так вот оп и пошел. Хорош. Да. Флешки для слабаков. Да, флешки для слабаков. Я дам валику, у меня много капут. Давай, Васян, первый раз с Мариком. Ну и спрашивал давай, кто-то, чтобы давай, попасть давай, в чат, давай. Нужно нажать на кнопочку чат. Вань, может быть, без этого? Даже, ну, по-моему, не нужно зарегистрированным пользователем. Уверенно, уверенно атакует команда из Днепропетровска, команда ДТС по составу Маркелов, Днепропетровск, Попс, Днепропетровск. Мюзик, бабл чел. Дико еще красный, минус. Ой-ой-ой-ой-ой. Мидл. Банан был чел, по-любому, ребят, они жали Б плюс Зик. Джон, ты Днепропетровск. Вот не могу даже сказать состав. В окне, ребят, в окне. Ангел Киев и Валентинович Донецк. А, чат не работает, ТВ-радио, кнопки на сайте мне подсказали. Ну и Кирчнет, Крафтик, Ламабот и Старикс Киев, Кучер Севастополь, Сеня Львов. Ну вот по три города представляет и одна, и вторая команда. Вот большинство ДТС, это, конечно же, Днепропетровск, Кирчнет, большинство это Киев. И 6-0, уверенная пока что игра на своей карте ДТС. Вот пользуется не Тусканом. Но опять же, это проблема остальных. Что они не умеют играть так, как это умеют делать ДТС, ламы жмет. Нет, 0 нет. Пожалуй, минус, Ой-ой-ой-ой-ой. Сливаемся. Кот флеш. Кот бежал. Видим говно. Видим говно. Гадбен, убил! Дайте 7, стоп. Читаем. Челоп, мне дали хэд, ребят, челоп отсадки. Батан. Со мной, на размен, не буду. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, это крафт. Близко было выйти, все. Надо поблагодарить, пацаны, там жестко очень. Ребят, давайте. Валик. Ваня, помнишь, ты халдишь. Мужик. Вот это главное. Все окей, Валик? Да-да-да, все будет, чувак. Все будет офигенно. Непременно все будет офигенно. Давайте, да, берем. Офигенский. Офигенский. Попс, дай первый пойду. Без, типа, много раз не кидайте. Я пробую варка дубить. Зи, близко. Подожди, Вань. Плент красный. Красный плент. Давай, Вань. Центра. Дав близко к планте. Я слепой, ребят, слепой. Мы, ребят. Не, мы не зашли. Дав флеш. Сзади может быть. Сзади, Егор. Банан поджал. Банан поджал красный. Банан поджал красный, ушел. Дом был. Один в мидле. Так, когда он кип. И на планте вышел. Убил. Толпа, красный. Два на копейку. 100%. Хорош. Халди, Егор. Ой-ой-ой, Маркелов, минус 2, 2 на 2 уже ситуация. Халди. Джонта и Маркелов. Что творят ДТС, они полностью заряжены, как красавцы. Дал дроп. Нет, стоп, забрал, забирай. Я могу еще дать, если надо, ребят. Да я тоже могу, 4 драки по одному. Хорош, Егорка, мы с тобой удались умнички. А мы жесткие, Вася. Нереальные. Бомбу заберите. Ну это... Вась, я забрал. Дал флэш. Будет у меня.
Ну окей, я типа сам себе кину. Бачка, я опаздываю. Окей, ничего. Мидл, поджал! Бай, райс! Девайс, девайс, блядь, один девайс! Сидик поджал! Все, как кот, успик! Уз был! Отошел, 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 да! Бачка, я вас отошел! Пола, поджал, красный, отошел! Без попса, без попса! Мидл! Медле! Минус! Я возьму жопу, возьму жопу. Что это такое? Перестаньте. Мы не играем, где игры? Медлец левый, дом! Да, Миш, хлопа, хлопа! Еще хлопа, лад! Найс, 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 найс. А что там за девайс залетный такой был? Найс лежал. Вот, вот так вот сделаем. Пацаны. Вау, я дал, 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 через лево. Я вот так вот, ребят. Не, Марик, 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 я, иди, все окей. Окей, хорошо. Бачки, подбегите. У кого? Пока что все без шансов для Кирчнет. Ну посмотрим, как будет при смене сторон. Уверен, атакуют ДТС. Зиппи! Хорош! Ой, как жестко! Я прошел здесь! Давай, давай! Идем банан вместе, идем банан втроем. Понеслась! Банан! Банан! Ой-ой-ой, что у кучера за оружие? Что так как, ребята? Ну покрасный! Сейчас он покрасный! Красный! Дом, 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 дом! Остался в доме, не ушел! Не упал, не упал! Я ноль, я ноль! Да, да, даже пауз нету ДТС, они просто все время говорят, но вот буду иногда их перебивать. Сталик ставится один против троих. Ну жестко, жестко, ДТС уверенно играют, настроены. Тут другая команда, даже не та, что играла с Explosive. Здесь какие-то звери вышли на сцену и разрывают. Керчнет пока что просто не понимает, что происходит. И... Все, как мужички, давай. Просто давайте постоим втроем, кинем, потом займем. Ну посмотрим, посмотрим, что же будет делать Кирчнет. Они вот сливают, сливают жестко, и причем сливают, честно могу сказать. Не могут, не могут вообще ничего сделать за дефенс. Ой-ой-ой. Это эко, но тут разрыв, без потерь, выиграл ДТС 10-1. Хорошо, ребят, хорошо. Ну возвращаемся, возвращаемся в Вентрила, делаем громче Вентрила. Не думаю, поехали. Теперь мы берем. Yes, sir. Так, так, так. www.midspin.com. Ой, спаски, иди сюда. Окей. Вообще окей, братик, окей. Вань, ты помнишь, флеш ждешь. Братик. Я помню все. Так, ну посмотрим, давайте лучше по тактике пока что пообсуждаем, что же не так делают Кирчнет. Тут посмотрим, начинают они аркадить, но опять же, активный дефенс решает на Тускане, ошибка Кирчнет тут просто видна со всех сторон, редко не поджимают, поджимают не всей командой, там, допустим, отдельно, либо там кот поджимают, либо зигзаг с бананом, но опять же, какие-то командных раундов, ну, просто не играют Кирчнет, Тускан, и это сейчас явно видно, но на другой карте все совершенно же по-другому может быть, и пока что рано о чем-то говорить, но такая плюс мораль будет у ДТС, но и еще нет, не конец, конечно, я очень рано начинаю хранить Кирчнет, Тускане, все может быть камбэк, крафтик. И Валентинович один, нет, вот здесь без шансов, 10-2 в пользу ДТС. И должны быть деньги сейчас у Днепропетровской команды. По-любому они брали очень много раундов, сейчас закупка, и посмотрим, что сделают парни в этом раунде. Ну, вот слышим мы так слегка их переговоры на фоне, но... Окей. А, я понял, все, я понял, ребят. А ты подживет Дика ВП там. Меняют тактику ДТС, что-то уже начали по-другому ну, играть. Брат. Дика Е! Серебанан. А, говорите, кто что взял? Я Зик смотрю. Могли поджать Дик и банан, ребят. А ВП 5, а ВП 5. Дим на 5 кинул дым. Свалик. Да он флеш лицо. Вася, Зик смотрю. Что у вас? Постой, пазы, походите здесь. Валь, смотри, Валя, я иду в канал. Вот под Б, я иду в канал. Ну ты когда хочешь, дай говори. Мы будем успешно делать. Говори подчас. Понял, что мы будем делать? Минус близко к вот! Уходи, уходи, уходи со мной. Уходи. Кирилл, уходи. Мы просто приняли только что. Приняли. ДТС Кирчнет, который поджимали. Но опять, как я и говорил, по одному. То есть нет там общей такой-то тактики, раш. То есть 3-4 там с флешками, 5 жмут центр, жмем там, допустим, первый сектор, второй, мидл. С двух сторон зажимаем. Ну вот кучер взял АВП, возможно, он что-то сейчас делает. Ну посмотрим. Врывается он в план. Смотрите, как активно играет с АВП сейчас. Кучер, еще минус.
Ну, и, ну а тут на Б плант Попс вместе с Маркеловым сейчас установят, но я думаю, потащат раунд. Пристойка тип, Вася, пристойка тип, битвы. Плант на банан, все нормально. Да, я знаю, но... Ой-ой-ой, какая ситуация, и... Маркелов. Хорош, Марик, блядь. Марик, не понял. Банк мобиса надо, ребят. Васечка, ну на тебе вот такое. Ну, видите, вы все эмоции, слышите все, что происходит. Потому что комментарии читаю я в новости. Финал третьего сезона ЛКИ Украина Лайв. Вот давно что там не писали, все, видимо, жестко напряжены, следят за игрой. Но опять же, читаю, слушаю ваше мнение, узнаю всякую подробную информацию. Но сейчас мне не надо, потому что я знаю все, что происходит. Там начинают играть матч параллельно за третье место iGaming и Explosive. Ну и буду вам говорить счет, что там происходит также. И Echo Kerchnet, то есть номинально это 12-2, и последний раунд будет первой половины. Ну, пока что жестко, очень жестко играет ДТС. Даже пожестче, чем с Explosive они тащат. Сейчас Тускан. Мид идем, четвером, все окей, просто попсал в контроле. Попс на ноге, на мид, побежал, как мужик. Хороший. Дал дым хупу. На КП минус. Попасть. Один малый дом, ЮСП. Стоим на Давайте, последний раунд. Валик в своем стиле. Ну, слышим мы инфу. Последний раунд и вот... Что же сделать сейчас ДТС, потому что жесть полная происходит. Очень грамотно играет Джонта, сейчас руководит своей командой. Очень, ну, вся команда ДТС очень заряжена всеми эмоциями позитивными и настроены до конца, поднимают друг другу. Вот моральный дух, слышите, в это Вентрила. Ой-ой-ой, Старикс поджимает, дает минус. Вот ошибка. Первая ошибка, наверное, спиной стоят. Смотрите, там спину дали кому-то Валентину 14 хп и потерялись ДТС. Вот им флешку закинули, вот. И уже Старик, смотрите, через террасский рест там оббегает Валентиныча. Валентиныч, ну у него 14 хп сейчас своего минуснут, да. 3 в 5. А, я в миде. Два типа тут, Вася, еще тип. Бомба в малом доме. Вася, жди. Я на ли? Один на арене. Один на арене. Один на арене, Егор. Ну, Старик там был. Ушел в зиг, по-моему. Так, один, короче, на пленте. Да. Что с тобой сделать? Старик был, мало. По-моему, зиг был. Перешейки, Вася. Зиг, чел. Поджал зиг. Забежал в маленький дом. Время. Слева был Сеня. Взял бомбу Маркелов и 1-2. Сеня Ламыч. Ламыч принимает СБ. Ну, Сеня. Нормально, нормально. 12-3 счет первой половины. Выиграли ДТС. И сейчас смена сторон. ДТС будет защищаться. Кирчнет атаковать. Но опять же, шансов Кирчнет на вторую сторону не так уж и много. ДТС очень хорошо отработали Тускан. И жестко будут играть сейчас. Боевой рестарт. И понеслась. Но не стоит забывать, что есть тайм-аут. У каждой команды, правда, команды им пока что не пользуются. То есть это пауза во время окончания любого раунда. Вот такое может происходить. Но я думаю, на этой карте Ламабо точно не будет брать тайм-аут. Ну, как и Джонта. Никто. Ну что ж, а матч за третье место еще даже не начался. Какие-то там проблемы. Как всегда. По-моему, парни из Explosive. Нет. Я дам. По-моему, кидали. Мало есть. Минус. Ой, хорошо так. Минус, перешаг. Дверь, не больше никого. Окей. Кот, один, и, по-моему, ЮСП. Дайте флеш, я выйду. Кидает на, флеш на дверь. По-моему, на будет. Стой, Кирилл, не выходи. Там кот вышли, сюда, в хилпу. Закрыли дверь, ребят, я в двери. Стой, у них смотрите, паса, 100%, а. Хотя, постой, паус, стой, бомба не стоит, смотрите.
Блять, я где? Блять, мидл! Блять, мидл, чел! Мидл, мидл! Пиздец. Ой-ой-ой, как крафтик сыграл только что. Справа близко. Да-да! Так, ребяточки, что-то... Я бы дал бы флешку, было бы хорошо. Так, Валик дал, я не выходил. Я вижу, что вас щемит. Ну, вот тебе не лезь. Но увидели всю жесть, что ребята, происходило. Пистолетку берут Кричнет и... Кого-то, а сказали, возможно, начинается камбэк, но... Убивают. Я сказал мидл. Не знаю. Да, почему? Всё, ребят, всё, дрелись на следующих раундах. Хоть об этом раунде. Нам осталось всего лишь 4 раунда, которые мы в чём сделаем. Я бы закрыл атаку. Один есть на фиге. Один близко под котом. Очень близко. Чекай, кот близко. Зиг тип, один. Сотка минус, ууу, дальше коты! Один зиг был. Два банан. Да, есть, бомба, да. Бомба банан, бомба банан. Ушли на. Плент красный один. Кот. Кот 2 забежали. Найс. Найс. Да-да-да. Понаработаны? Вы поняли, да? Я вот это, хорошо. Хорошо. Марик, Марик ты падает. Втроем, вы втроем, я понесу. Марик, ты ловишь каждого. Да, я... Есть зиг. Мидл прочекали. Саш стреляет на МПшку. Ребят, со мной ДД справа. Смотрим Зайка, ДТС, зигзаг. Плюс банан. Здесь будет основная засада. Ну и Кирчнет читают. Читают, три кота уже вышли, по идее. Да, вот сейчас выходит. И вот пошел поджим, смотрите, в спину могут зайти. О, нет, здесь Ламыч. С крафтиком минус сделать, минус 4. Джон-то последний остается, но тут без шансов. Без потерь 3-0 в пользу Кирчнет. Общий счет матча 12-6 в пользу ДТС. И вот он первый оружейный. Посмотрим, сколько АВП-то будет у ДТСов. Валентинович не самым лучшим образом он сегодня попадал в первом матче. Ну, возможно, сейчас он уже расстрелялся, потому что видел я, он очень много разминался на АМВП. С ботами, кстати, разминался. Ну, посмотрим, что сейчас получится. Валентинович под джим пошел, кладут ему дым, но он будет выходить в любом случае. В дым нет. Вернулся от флеш. Ух, промазал Валентинович. Попс делает минус Сеня, поджимал он тоже вместе тут с парнями, и все получилось. Все получилось, все 5 на 4 ситуация, но слушаем ДТС. Понял, на банан. Давайте, что грамотно делаем? Ну, а 2 в большом доме. Зиг может быть. Кот дал мидл? Есть переход, кот дал мидл. Дал мидл. Любой, мидл может заходить. Кот, я контролю. Вань, я за первым, я понял. Помощь, ты сбоку стоит. Закидали мидл. И ушли, летят дымом. Кот, кот есть, кот двое. Сейчас, сейчас. База шли. За первый минус. Минус кот, плент лежит. Ламыч еще там был, возле дома. Медле может быть. Посаженный на блейде, красный! Да, так и есть, 6 хп. А я дам, иди спину пойдет, ребят. Ребят, один красный тип. Плент лежит. Хорош! Все, красный остался, нормально. Без бомбы, я скажу. Плент на видном месте лежит. Все, Плент, идет на тебя. За пунктом. Ай, 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 ай,
А УП прямо. И слева сейчас. УП. Не успею, братан. Долго шапка. На, Вася, гоп, надо кому-то. Валик бери. Валь, Валик. Не дал вперед. Дал вперед. Да, да, да. Как Егорка. Два очка. Все, нормально, нормально, нормально. Есть, есть, есть. Трешайте. Есть, по-моему, у нас. Есть на Зиге. Ну, чел! Тут два Зиги, вот красный. Зиг, битый Зиг. Бит Зиг тебе. Минус Зиг. Зиг. Там еще красный нуле. Пошла, выходим, выдуваем. Ушли. Попытайтесь. Зиг со мной. Тихо, 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 тихо. Попытай. Вася, я тут сейф. Да, сядь. Нормально. Мега слоу, мега слоу. Джокет! Ну, видимо, сейф у ДТС. 4-1 в пользу Керчина. Это общий счет в матче 13. Ну, вот уже 4 взяли за атаку Керчина. Плюс 3. 13-7. Да, Сори. Валик, возьми вот Кирилл, это вот. Кирилл, Кирилл. Можешь там что-нибудь? Да, идем со мной. Мной. Идем со мной, окей? Да, давай. Посмотри на ящик, посмотри на ящик. Что ящик, на второй. Не тут, отойди сюда. Да, на меня. Shift. Что, выйти? Сам, давай, осталось. Сука. Ах. Ход минус. Один вентиль был. Две, ребят, две, я бы не зажгучил. Все нормально. А не, ну я понимаю. Да не пиши эту хуйню. Нифига. Подсоедини меня тут кто-то. На банане тип. Заходит банан. Заходит или нет? Не знаю. Точно? Два банана. Зиг один. Аккуратный кот, аккуратный кот. Марик, выйди, выйди. Задевайся. Идем. Ну видим, план ТБ сейвят в туннеле. Делают какую-то подсадку на балкон сумасшедшую. Джонта с Маркеловым. Ой-ой-ой.
Домашняя заготовка. Ребят, давай, пять раунд сейчас. Без шанс. Давай. Все, мужички. Вот этот раунд это. Крис, подкину план. Давай. Паза. Они будут на морозе, но подраться. Я в окне сыграю, Егор. Ты не будешь лезть? Не-не-не. Я уже не лезу. Я присылаю к Васе. Смотри, там бой аккуратнее, Вася. Посмотри, чуть банан. Посмотри, посмотри. Не-не-не. Смотри, иди, иди, иди. Есть там банан, я не... Канал минус! Найс! Вась. Подойди на бая. Подойди на бая. Я буду пользоваться, ребят. Коды, код есть. Да, Вася, отвернись. Не лезь, пожалуйста, Кирюш, не лезь. Да, ходи, у меня одна есть. Дал точно мидл, а что я? Бан, Вася, банан, тип, ебать лол. Зашел один, один зашел. По фиге, блядь! На мосту. Тихо, тихо, тихо. Эх. Что произошло? Ребят, у меня вот так. Ребят, деньги. А у меня вообще ноль. Ну, шестая. Бай. Дал дроп. Взял. Я тоже дал. Не надо. Не надо? Там кому-то надо, наверное. Бери, Валь. Не надо? Что ж, видите сами, что не такая крутая защита. Это у ДТС, Керчнет. 7-1 выигрывает во второй половине и начинают делать такой камбэк. Ну, посмотрим. Три раунда нужно всего лишь ДТСам для победы. Еще. Ну, это не так просто будет сделать. Там денег очень много. У Керчнет раунда на 3. Минус! Еще один! Я так точно, на точку А выходит сейчас Керчнет. Пойдут. Сеня, посмотри, один на зигзаг пошел там. У него море пространства. Да, мог быть. Пристройку зашел, Вася! Пристройка. Зажимают ангела, нет, там дает два минуса, двумя хедшотами сейвит, сейвит и... Один на один с Сеней, у Сени 20 хп, но он успел кинуть ХАЕ, но тут 100 хп, нет. Здесь даже не покоцал. 8-1 в пользу Керчнет, общий счет в матче сейчас 13-11 в пользу ДТС, и совсем чуть-чуть осталось Керчнет. Эко должно быть сейчас у ДТСов. Два, подход. Под Б. Да, 13-11, совсем чуть-чуть, и Керчнет уже догоняют. Хочешь? По крайней мере, догонят ДТС, если возьмут сейчас два раунда. Вот смотрите, здесь один кольт. И 4 успа. Давай, поднимай, не знаю. Все, дальше не иди. Смотри, тебя контроль. Ой, Вася, битый пиздец. Ай-яй-яй. Ребят, жесть. У меня вот я понял, все нормально. Не, Валик. Не, Валик, нет, Валик, нет.
Тихо, все окей. Я должен сказать, все окей. О, хорошо. Я где? Тут? Да. С попсом. У тебя ВП? Ну, очень жестко. ДТС что-то... Мораль-то не пошла. Нужно зацепиться. Ангел, вот так вот, ангел. Чтобы выиграть на своей карте, потому что потом выбор Керченета, это будет карта Инферно. Я к вам, ребят, пойду. Ну, с Инферно в ДТС тоже все в порядке, так что будет интересная игра следующая. Ну и здесь, здесь еще не ясно, кто станет победителем. Вообще, вообще абсолютно равная игра. Да, да, да. И пока что Керченет тащит. Нет, я слышу. Один медле. Не только что-то лени. Алик может отпреть. Аккуратно. Я могу выйти под ваш пуш. Кот заходит, ребят. Сходите, Зарежи. Зигзал, я зигзал, зигжу. Канал красный! Кот, кот выходит, тип. Есенин тащит что-то вторую половину. Очень классно нет, играет. На коте плен. Okay. За вторым, и мидл. Мидл, какая шара. Мидл, тип. Маркелов один. И что 10-й раунд сейчас возьмут Керченет, попытается Марик сохранить, конечно, свое оружие, но сами понимаете, что шансов у него немного. Сейчас его будут просто искать, его будут по карте. Старикс пробивает уже контролский респ. Крафтик жмет сзади с банана, ну и... Ну что, максимум выйти убить Старикса, но потом все сорвутся. Ну вот сейчас все сорвутся. И все быстренько жмут, смотрите за Керченет. Ой-ой-ой, как занял Маркелов. Проверит его, конечно, крафтик. Идет уже проверять этот угол. И эко. Будет у ДТС. Так, давайте посчитаем. 12-3. Сука, надо будет напрячься. 13-13. Вот она, ничья. Эко. Эко у ДТС. Уже сейчас выйдут Керченет вперед, если ДТС не возьмут эко. Очень жесткая игра. Такой камбэк от Керченета не исполнили. Ну, как я и говорил, что что-то знает Ламыч, вот по-любому он слишком спокойно говорил о том, что не тренировали Тускан. И вот сейчас за это наказывают ДТС, два минуса делают, ой-ой-ой. Наказывают они ДТСов, даже не знаю, как такое происходит, ну, посмотрим. Опять же, финал, тут мораль вообще, может происходить все, что угодно, тактики уже не катят, нервы. Настрой, вообще сконцентрированность, не знаю, сколько поспал ночью, все решает сейчас, на самом деле. И вот в общей массе, вот, я думаю, у кого больше всех этих плюсов, там хорошая мораль, поспал, покушал, идет игра, подготовились к турниру, там, ну вообще все там, ну очень много факторов, которые сейчас идут, ведут к тому, что вот кто из команд выиграет. Но опять же, конечно же, главный фактор — это стрельба и хорошая игра. Нужно пытаться абстрагироваться от внешнего мира и просто собраться и выигрывать. Расслабились, конечно же, ДТС в первой половине. Вот за это их наказывает Керченет. Они уже выигрывают. Так, давайте посмотрим. 14-13. Валентинович наконец-то начал попадать. 14-13 выигрывает Керченет. Очень жестко, очень жестко. Давайте вернемся в Вентрила ДТС. Один в малом. Под пристройками. Найс! Найс! Минус! Давай, давай! По-моему, двери. Под бананом есть. Банан, банан два. Два банана, ребят. Два флеш. Найс! Еще банан. Я слепой. Хорош. Бибики. Пять раунд. С пунтом под Б. На банане. Найс! Минус по Б. Все, это с пунтом. Планчик, класс. Битый. На планте. И кто идет? Ой, боковая тут. Хорошо, да. 14-14 счет в игре и очень много денег у Керченета, ДТСов. Проблемы с закупкой. Ну и вот этот раунд, наверное, может, по крайней мере, решить исход матча, если выиграть его Керченет. Ну а ДТСам нужно тащить просто два подряд. Сейчас все вот сделано для того, вот выгодная ситуация у Керченета, они могут выиграть и... Давай. Следующий раунд, потому что они в атаке полегче играть, я говорил об этом. Ну, можно защищаться, нужно быть более агрессивными, но сейчас ДТС не рискует, понятно, что какой риск. Но вот нашли слабую точку, вроде на Попса и Маркелова ходят, здесь весь акцент команды ДТС был на... А, вот сейчас нет, читают, посмотрите, рискуют ДТС и читают.
Вот сейчас зигзаг, два банана. Здесь как раз будет команда Kirchnet. Очень. 5-4! ХЗ. Ну, жестко. Хлопуем. Я поджал ноль, я хлопуем. Еще раз. Найс. Найс. Еще было тут. Кучер как играет. Один на распе у себя. Сам на риске красный. Ой-ой-ой-ой. Ну что ж, неожиданный может быть результат вполне сейчас. Хотя, почему же неожиданный? Две сильные команды. И вот сейчас, скорее всего, нужно сейвить Джонти оружие. Нужно... О, и в бок убивают. Ну что ж, 15-14 в пользу Качнета. И у ДТС нет денег, как я и говорил. Вот такая сложная ситуация. Вот смотрю на их экраны. Хотя, знаете, есть деньги. Как минимум 2-3... Три девайса точно давай, есть со всей броней. А как ты думаешь? Ваня, читай. Ваня. Да, что скажи? Что Марик делает? Спроси его. Я на зике. Подвиг-ка на кота с камня. Чувак, у меня есть пяток. Иди сюда, ко мне. Смотрим, смотрим. Решающий да, раунд. Да. Мне кажется, что ДТС сейчас возьмут. Ну, вот почему-то, мне кажется. Ну посмотрим, Kirchnet красавцы, конечно, играют великолепно, и так тащат, ой, какая ошибка, ой, Валентинович с АВП, ну что ж, он контролит, от Валентиновича сейчас очень многое зависит, вот его отфлешивают, Маркелов, смотрите, если сейчас с кота пойдут два, действительно, то порвут. За дверью плент. Посадка, два в пленте. И тащат. Попс один в два. Красный за дверью, чувак. Ой-ой-ой. Ну что, нужно идти брать. Время. Время. Да, понимаю, говорят ему время, но... А, тащат Kirchnet. Победа со счетом 16-14 на карте Детускана. И сейчас будет вторая. Ой, очень-очень довольны. Обнимаются, хлопают весь зал. Жесткий камбэк потащили и Инферно. Инферно, вторая карта. Ну а мы сейчас должны пообщаться, да, пообщаемся, наверное, здесь. Через маленькую паузу, вот, даже, может, и без паузы. Главный технологический... и Intel Challenge при участии сильнейших киберспортивных клубов пяти стран.